Привет, друзья! В этом видео познакомимся с миланскими новостями от бренда Antonio Lutmi. Когда мы были во Франкфурте на выставке ASH, которая посвящена больше ванным комнатам, мы говорили о том, что Antonio Lutmi преуспели в создании пространств, которые переходят из ванной комнаты в жилую зону. Здесь Antonio Lutmi пошли еще дальше и представили уже полноценную коллекцию для жилых интерьеров, которая называется «Ателье». В этой зоне мы видим, что уже известная нам серия мебели Borderline вместе с полочкой Ала прекрасно могут уживаться, например, в спальне. Ну а спальня без кровати не может быть полноценной, и здесь Antonio Lutmi представляет целую коллекцию кровати. В данном случае перед нами кровать Чарли, имеет очень интересный край, мягкое изголовье и довольно деликатно подобранные ткани. Ну и цветовое решение этой комната, оно под стать всем современным трендам. Здесь использованы в основном терракотовые оттенки, причем они переходят в том числе и на цвет кожи. Это тоже новый предмет от Antonio Lutmi, кресло Lollo на металлической структуре с кожаной обивкой, причем кожа высококачественная, как в общем и все материалы, которые использует Antonio Lutmi. А вот металлическая структура может быть кастомизирована, опять же, в лучших традициях мебели в прошлом для ванной комнаты, а в настоящем для всех зон вашего будущего жилища, то есть в 56 предлагаемых цветах. После утреннего пробуждения мы отправляемся через вестибюль в ванную комнату. Кстати, в вестибюле нас встречает тоже новинка этого шоу – кресло Жуэль. Причем оно может быть выполнено в двух вариантах – со спинкой из металлической структуры и также полностью обитое тканью. Естественно, находим приятный халатик в шкафах Be Made и следуем, собственно, в саму ванную комнату, где полочка Ала представлена уже в мраморном исполнении. Это достаточно дорогой и, опять же, очень трендовый мрамор на сегодняшний день. Он называется Росса Леванта и добывается он в Италии, в местечке Леванта. Ну и ванна Фида тоже выполнена из него. Ну а чтобы уже закончить композицию, то и в душевой теперь доступны специальные лавочки, выполненные из этого же материала. Кстати, что касается душевых, у Antonio Lutmi теперь появились и собственные дренажные системы. Это сливы в стену, причем они также могут быть покрашены во все предлагаемые цвета порошковой окраски. И при полном параде вы выходите к изумленным домочадцам прямо в гостиную. Гостиная, можно сказать, полностью спроектирована Карло Коломбо, дизайнером, который активно сотрудничает с Antonio Lutmi уже достаточно давно. И, кстати, часть уже упомянутых предметов тоже было разработано им же. Очень комфортный диван на металлической структуре, называется Neverland, и он дополняется полочками, специальными элементами под спинниками для того, чтобы можно было отрегулировать позицию посадки. В трендовой ткани букле смотрится очень выразительно. Для того, чтобы отделить гостиную от столовой, можно использовать тумбы Fox. Они двусторонние, соответственно, и на одну, и на другую сторону открываются ящики. В зоне гостиной вы можете спрятать какие-то книги, журналы, аксессуары, может быть, счета за электричество. Ну а с зоны столовой вы можете хранить кухонные утвари, то есть тарелки, приборы и так далее. Ну а чтобы зона столовой максимально гармонировала с гостиной, туда вы можете приютить стол Джеймс, также по дизайну Карло Коломбо. Если тумбы Fox для хранения вам не хватит, то тогда можно дополнительно установить еще Anima Liquida, уже известную коллекцию повышенной глубины, для того, чтобы опять же все поместилось. Здесь стоит обратить внимание на мраморную столешницу и на фасады с очень интересным объемным паттерном. Что касается тумб Fox, то они могут быть и в низкой версии, и, соответственно, в других цветах лака. Это решение подойдет для спальни. А если сочетать с кроватью Женевра, то будет все вообще очень гармонично и здорово. Мне очень нравится дизайн гусиной лапки,
контрастный шнур и также очень яркий цвет структуры кровати. Матрасы Антонио Лупи, помимо того, что удобные и красивые, они решают еще одну проблему, о которой мало кто задумывается. Здесь используются специальные серебряные биокерамические нити, которые нейтрализуют негативное воздействие так называемого электромагнитного смога, который буквально-таки нас окружает, и также нейтрализуют негативные явления, вызванные геопатогенными зонами Земли. Коррекции троллей Риги авторства Гум Дизайн мы уже, безусловно, знакомы. Мы видели ее и в виде обоев, и в виде ковров, и вот теперь появляется продолжение в виде мебели. Кресло, кровать и пуфы. Кстати говоря, пуфы были таким предвестником, потому что они были представлены еще в прошлом году. В общем, с помощью целой теперь уже системы троллей Риги можно создать полный интерьер. Не только жилой, но и ванной комнаты, потому что на мебели BeMade появился также дизайн троллей Риги на фасадах. Это печать на стекле. Раковина не обязательно должна располагаться в отдельном помещении. Она может быть прямо внутри спальни. Особенно если прикрыта очень интересными фасадами с параметрическим дизайном. А сама раковина в данном случае — это новинка. Стрит имеет форму двутавра или балки, если хотите, но выполнена при этом из мрамора. Решение мебели очень похоже на аниме ликвида. То есть, опять же, максимально жилой подход к проектированию этого предмета. В самой же спальне мы видим кровать Софии, также по дизайну Карла Коломбо, с очень интересной металлической деталью, окантовкой, которая будет здорово сочетаться с любыми видами обивочных тканей. Ну и мне кажется, что с кожей тоже будет здорово смотреться. Ну и, кстати, Антонио Лупи на стенде позаботились о том, чтобы дать пищу для размышлений, и представили практически все модели в различных комбинациях отделочных материалов. Вот, например, обратите внимание также на диванчик Оливер. У него металлическая структура может быть также покрашена во все 56 цветов. И в зависимости от того, какой цвет вы выберете, с какой обивкой сочетаете, как с точки зрения цвета, так и с точки зрения текстуры, будет абсолютно новый предмет, который, ну, очень с трудом можно будет даже узнать. Но вот мебель Borderline в моноцветном исполнении можно в любом случае узнать по фирменной ручке. Новинкой здесь является система перелива. Она скрыта, но это не именно скрытый перелив, а это специальный клапан, который при повышении уровня воды до определенной отметки автоматически открывается и сливает для того, чтобы вы могли избежать неприятностей, ну уж тем более, если эта раковина установлена в рамках жилого пространства. Если не хочется что-то прятать, нужно это показать максимально ярко и аутентично. Вот для такого показа подойдет новинка этого шоу — раковина Flow, выполненная из натурального камня. И помимо того, что выполнена из натурального камня, еще имеет очень интересную индивидуальную обработку. Некоторым может показаться, что довольно спорную, но выразительно абсолютно точно. Такая своеобразная скульптура с подсветкой внутри ванной комнаты. Кстати, дополнена новинка — это серия смесителей, которая называется Essence. Здесь очень
интересно решена ручка, лаконично и под стать всем остальным предметам, представленным здесь. Может быть выполнено как в одном цвете, так может быть и двуцветное исполнение. Ну и, конечно, все возможные конфигурации для всех возможных зон применения также присутствуют. Хороший интерьер не может обойтись и без декоративного света. И здесь Антонио Лупи также начинает свой путь, представляет светильник, который имеет базу из натурального камня, в данном случае в черном исполнении, может быть также и в белом исполнении. И очень интересная система управления. Он поворачивается в трех углах, и также источник света вы можете направлять вниз, вверх или, например, на стену. Но это все то, что остается на виду у обычного зрителя. Но мы же с вами не обычные зрители, поэтому специально для вас, дорогие друзья, мы проследуем в секретную комнату и посмотрим, что спрятано там. В основе дизайн-идеи нового дивана от GamDesign лежит геометрия прямоугольного треугольника. Поэтому получается предмет довольно графичный, но очень удобный. Глубина сидения большая, диван низкий, идеально для того, чтобы развалиться и почитать журнальчик, ну или посмотреть какое-то приятное кино. При этом, если хотите сделать посадку более формальную, то тогда можно пододвинуть спинки. Они не требуют никакого крепления. Внизу идет утяжелитель и смотрится, в общем, довольно неплохо. Ну и самое главное, надежно стоит. И это же решение может быть применено, если вы устанавливаете диван посередине, то есть в виде островной композиции. Еще в этой секретной комнате очень интересно используют полку, подставку, я даже не знаю, как это правильно назвать, кактус. То есть эта труба, она идет в распор, и теперь на нее можно устанавливать маленькие круглые полочки, ну и на них, например, разместить горшки с цветами. И последняя, но не менее важная новинка, которая тоже спрятана от всех глаз, это обновленные раковины из материала Crystal Mood. Теперь они стали тоньше, а основа имеет опалесцентный эффект, и все коммуникации теперь вообще не видны. Вот таким образом бренд Antonio Lupi пытается проникать буквально-таки во все жилые зоны. И на самом деле, мне кажется, это очень неплохо, интерьером это точно пойдет на пользу. Надеюсь, что вам это видео понравилось, не забудьте посмотреть все остальные. Ну и напишите, что вы думаете по поводу такого глобального расширения влияния бренда Antonio Lupi на будущие современные интерьеры.